1 ноября на Самара-арене состоится матч «Крылья Советов Краснодар». В связи с этим с 15 дня до 23 вечера запрещается движение по улицам. Дальняя, арена 2018, первая стадионная, проезды номера 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Кроме того, 1 ноября с 8 утра до 23.00 будет запрещена остановка транспорта на улицах Волжское шоссе, арена 2018, Дальняя, Демократическая, Ташкентская, вторая стадионная и проезды номера 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а также дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Аналогичные меры будут приняты в дни проведения других матчей 10 ноября и 8 декабря.